Всем большой привет, дорогие друзья! С вами Assistance TV, YouTube-канал для всей семьи. В этом видео я вам расскажу про очень простой, но очень полезный инструмент, который поможет вам в хозяйстве. Многие из вас когда-либо что-то строили или достраивали, и для этого им понадобилась древесина. Все мы знаем, что есть доска обрезная и необрезная. Обрезная всегда стоит намного дороже, поэтому люди для экономии, в целях экономии, часто заказывают необрезную доску, но ее необходимо шкурить. И если применять сразу необшкуренную древесину, то есть с корой, то в ней могут заводиться всякие жуки, короеды и тому прочее, поэтому ее всегда сначала кору обдирают. Но очень неудобно это делать топором или еще каким-то другим инструментом. Я на местной барахолке приобрел такой вот простой инструмент. Смотрите, как он выглядит. Для обшкуривания древесины. Можно обшкуривать бревна, можно обшкуривать также доски и все остальное. И делается он очень просто. Вот вы взгляните на него, и любой, я думаю, хозяин сможет сделать для себя такой точно. Здесь всего лишь две ручки, длина около 30 сантиметров, слегка выгнутое полотно. И в этой стороне, получается, вот где ручки, оно заточено. Сейчас я возьму доску, какая еще не обшкурена. Шалевка. И с помощью вот этого инструмента на ваших глазах я ее очень просто, без приложения каких-либо усилий, обчухаю. Инструмент у меня сейчас уже подтупился, потому что я пользовался им несколько дней подряд. Я с помощью него обчухал уже 1,5 куба шалевки. Тем не менее, видите, как легко можно обшкурить. Получается вот такая вот большая, значит, кора с помощью этого инструмента. И не надо играться топором, ножом или еще чем-то. Просто взяли, сделали одно движение, и пол доски у вас готово. Берем наш инструмент. Причем при помощи этого инструмента я с легкостью шкурил как сухую, так и мокрую древесину. Все доски на мансарду второго этажа, половые, я покупал не обшкуренные, не обрезные. Поэтому все я их с помощью этого инструмента, ну, где-то за час обшкурил. Вот как он выглядит. Еще раз вам показываю. Где-то 30-35 сантиметров его длина. Слегка выгнут. Вот такой вот две ручки у него напрессованных. И все, внизу заточка. Вот так ты его берешь, делаешь нужный себе угол, сколько ты хочешь снять сразу коры. Я делаю несколько слоев, чтобы не переутруждаться. Делаю маленький угол, большой не делаю. И потихоньку начинаешь чухать. Поэтому, друзья, я вам рекомендую сделать такую штуку. Она вам обязательно пригодится в хозяйстве, в вашей стройке и тому прочее. Также вам рекомендую сделать такую удобную штуку для переноски шлакоблока. Смотрите. Вот эта штука, она осталась целой и исправной. С помощью нее были выложены все стены этого гаража, на фоне которых я сейчас снимаюсь.